Приветствую вас! Меня зовут Лилия Донскова. В этом видео я вам покажу, как пройти верификацию для того, чтобы вы могли регистрировать под себя новых партнеров. Мы находимся в личном кабинете. Зашли сюда, как обычно, используя номер и пароль. Нажимаем в меню «Настройки профиля» и выбираем «Управление моими документами». Посмотрите, вам будет выйдет такая табличка. Пожалуйста, укажите серию и номер паспорта, прежде чем загружать файлы. Я соглашаюсь. Вот сюда нужно будет загрузить серию номер паспорта, да, все пропечатать. Далее, вы можете здесь цели писать, можете не писать, это не обязательно. Далее вы нажимаете «Сохранить». Нажимаем «Управление моими документами» снова. И уже здесь внизу нажимаем «Выбрать файл». И уже загружаем какую-то свою картинку. Ну, я вот просто любую нажму, картинку. Загружаем первый разворот, где у вас фото, а следующий файл – место прописки. То есть вы должны загрузить две картинки, две фотографии. Фотографии должны быть четкие. Если номер, серия и номер будут нечеткие, не видно какие-то цифры, то вас не примут этот документ. Верификация проходит примерно 1-3 дня. Только после того, как вы здесь увидите кнопочку «Подтверждено», после этого вы можете регистрировать под себя новых партнеров. Я вам желаю успехов, до новых встреч, всего доброго, пока-пока!